Выпускнік Брэсцкага тэхнічнага ўніверсітэта, працаваў геадэзістам у адной з будаўнічых кампаній абласнага цэнтра. Кандыдатуру Владзіміра Сыраваткі падтрымалі ўсе дэлегаты справаздачна-выбарнай канферэнцыі Маскоўскага раённага камітэта БРСМ. В первую очередь во главе молодежных организаций всегда должна стоять сама молодежь. В нашем районе, вообще в принципе молодежи, более 60 тысяч именно в московском районе города Брест. Но они разбросаны по разным организациям, предприятиям, по разным учреждениям образования. И задача их сплотить и создать из них один работающий организм, который будет активизировать и другую молодежь района. Так само на конференции подвяли выники работы Московского районного комитета за 3 года и вызначили планы развития. До речи, зараз Московский районный комитет БРСМ объединяет больше за 6 тысяч юнаков и девчат.